Здравствуйте, дорогие друзья! В этом видео мы совершим прогулку по вечерней Москве от гостиницы «Космос» до торгового центра «Золотой Вавилон» по маршруту 14-го троллейбуса. Перед тем, как отправиться в путешествие, ознакомимся с местом отправления гостиницы «Космос». Посмотрите, как она красива в лучах заходящего солнца при ясном голубом небе. Вот вы видите памятник Шарлю де Голлю, бывшему президенту Франции, и саму гостиницу на закате. Вот монумент покорителям космоса. А теперь вы видите монеты, которые продают в гостинице «Космос». 4 сувенирных монеты с изображениями храма Василия Блаженного, Московского Кремля, монумента «Рабочая колхозница» и Останкинской телебашни, которая недавно отпраздновала 50 лет со дня окончания, завершения строительства. На обороте всех четырех монет изображена гостиница «Космос». Монеты можно приобрести в фойе гостиницы в специальных автоматах для сувенирных монет. Итак, мы отправляемся из гостиницы «Космос» на остановку 14-го троллейбуса и едем по маршруту этого троллейбуса до конечной остановки платформы «Северянин», где находится торговый центр «Золотой Вавилон». Вот вы видите скульптуру «Рабочая колхозница», которая изображена на одной из монет. Далее вдалеке вы видите Останкинскую телебашню. На некоторых участках движения хорошо видно, что общественным транспортом бывает ездить быстрее, чем на легковом транспорте. Троллейбус движется быстрее автомобилей по выделенной полосе.
этом мы завершаем виртуальное путешествие по вечерней Москве. Начали мы его в вечерней Москве, завершили, можно сказать, в ночной. Большое спасибо за внимание. До новых встреч!